Я-то не буду кусать, зачем мне чужие письки кусать, щеки не хватало, блин, вы чё? Это Баба-Яга будет приходить к непослушным и грубьянам. Волосы. Я их поправляю, у меня не прямые волосы. Кстати, по имени не прямые. Здесь действительно хорошо наслаждаетесь. Я больше не могу, хватит меня свешить. Кератин. Кератин, кстати, очень портит, губителен для волос. Притойся. Реинкарнатор, ты что куришь-то там? Ну, хороший. У меня есть этот выпрямитель. Плойка или как там? Шлангом. Пока у меня нет огорода. Что там? Выпрямитель. Ну он так называется, выпрямитель для волос. Что ж, не искривитель орлов. У Антика есть искривитель орлов. Горный Карабах – красивое место, но у меня нет девушки, которая путешествовала по этому месту. Ну, мы тебе найдем девушку, не переживай. Что-то я тут, короче, сделала. Что-то куда ты... Я тут думала. Вонючим стрельцом. Я не могу. Переводим. Реинкарнатор, ты чё? Брат мой, не приставай к ней, потому что сегодня вечером. Да хватит тебе, реинкарнатор, не надо. Порезал твоего орла. Не обижай его. Сейчас вагазу запасайся. Не, у меня аллергия на такие запахи, кстати. Вот мы насмеялись, да? Сегодня это с чувством юмора у нас заходит мужчина. Вот и Антик, ты смотри, тоже какой шестряк. У нас, короче, тут словесный батл. Я бы хотела стать для тебя пузатым тараканом. Скрытый номер. Не советую. Разочаруешься очень быстро. Вторую часть. Блин, если я из-за вас завтра в зал не пойду, я поругаюсь завтра с тем. А чё так? Ну? Ты сегодня не снешь. Да блин. Из-за вас я опять буду до обеда спать. Ну, у меня дела по делу, в принципе. Мне только надо в зал сходить и приготовить покушать не на сутки, а послезавтра. Рекой показать тебе дорогу в сердце Филиппины. У меня нет девушки в моей жизни.
я очень счастлив. Анчик, у тебя еще будет девушка. Ты молодой еще, тебе всего 26 лет. А ты когда съехал? Блин, Север, я даже не знаю, честно. Ты видишь, я в неделю раз выхожу мало, да? Серьезно? Было бы неплохо. Вот сейчас опять, если я скажу, что я завтра выйду, а я завтра не выйду. Может, будете опять этот, шарахаться по чужим эфирам, да? Север. Я же очень скучаю, выходить. Блин, да вот надо. Работа ведь, сутки работаю, 3 дня отдыхаю. И выхожу раз в неделю. Дайте почитаю, что там пишет. Здорово, но ты нигде не чемпион, это очень грустно. Она бы не сидела здесь. Но некоторые сидят сам уже не здесь. Ты же выбранным не оставляешь. Да я просто даже не знаю, вот у меня вот как это. Не было желания, я не выходила. Как-то не то, чтобы не было желания, нельзя как-то сказать. Давайте завтра выйду в 9 опять. Но только так долго я сидеть не буду. Мне послезавтра на сутки. Мне на работу. Там я, знаете, как в монитор, мне там бдительность нужна. Я в монитор сижу, смотрю. Алекс, а ты ко мне заходил разве раньше? Давайте завтра в 9 договоримся. Все согласны? По московскому времени. Ну, первый раз, я же говорю. Нет, сидит. Я что, буду с вами до утра, что ли, сидеть, моя хорошая? Ой-ой-ой. Не начинайте. Горишь, да? Хорошо, допить. Пойду спать, чудо вырубаю. Давай, Север, доброй ночи тебе. Мы тебе, Баба-Ягу, не желаем сегодня. Ты будешь у нас спать крепко. Заходи завтра, Север. Не зайдешь, обижусь. Как пробит красный. Алекс, ты за кого отвечаешь? Я же этому Северу сказал, он спать пошел. Я бы хотел спать тебе. Хотеть не ведь, наверное, когда-то.